Мы находимся на выставке Household Exports, говорим с нашими экспонентами. Анна, вы дистрибьютор. Расскажите, что вы ввозите и что вы продаете в России, и что у вас новенького в 2019 году, что вы собираетесь представить рынку? Мы официальные дистрибьюторы компании VRP. Это производитель средств индивидуальной защиты. Вот, мы поставщики перчаток, медицинский товар. Но также в нашем ассортименте есть перчатки хозяйственного назначения, которые могут быть использованы для клининга, для производств, пищевых производств, химических производств. Вот. В нашем ассортименте достаточно крупный, большой, вернее, ассортимент перчаток различного направления, из латекса, нитрила, винила, неопрена. Вот. Новинка наша в этом году — это перчатки Еду, производители VRP, опять же, компания находится в Малайзии. Вот, перчатки нитриловые, особо прочные, с удлиненной манжетой, которые могут использоваться на хозяйственном рынке. 1 января поднялся НДС, как-то вас затронуло, повлияло на вас повышение НДС? Ну, основной ассортимент наш — это медицинские перчатки, и НДС у медицинских изделий — это 10%, соответственно, на нас незначительно это повлияло. Есть, конечно, позиции с НДС-20 сейчас, но их не так много. Кто конкурент вашей продукции? Это китайские производители, европейские производители? Как вообще, какие у вас технологические особенности, которыми вы можете конкурировать вот, условно, с другими производителями? Ну, конкуренты, наверное, есть, но в основном мы достаточно самодостаточные на рынке очень давно, вот, порядка 15 лет, поэтому зарекомендовали себя как надежный поставщик с большим спектром услуг, доставка, подбор ассортимента, поэтому не хотелось бы говорить о конкурентах, считаю, что мы лучшие. Ну и прекрасно, мы лучше. Это очень хорошее окончание интервью. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.